Ну что же, всем привет. Скоро начнется второй день DreamHack. DreamLiga практически уже закончилась, финалы первого сезона. Вчера был первый день, вчера две команды оказались за бортом. В принципе, ожидаем. Да, и в принципе DreamHack продолжает быть DreamHack'ом, все игры в сухую, без вообще каких-либо неожиданностей. Я не знаю, проклятие или как? Это проклятие DreamHack, это 100%. А то, что ЕГЭ вчера очень сильно разочаровали своих болельщиков после чемпионства на саммите, это, конечно, может быть для кого-то стало суперсюрпризом, скажем так, но в принципе для нас это суперсюрпризом не стало. А так же, как и выступление Fnatic, общались мы вчера с Маузами после матча, ребята объяснили причины своего слоуплея, как они сказали, мы могли сыграть по-мужски, но мы уже сыгрались по-мужски в первом матче дня с Фнатиками, где побежали нападать, к сожалению, Фнатики их перевернули тинкером и выиграли ту игру, поэтому решили вот в матче на вылет Мауза сыграть уже по-женски, скажем так. Да, немного слабее они действительно там действовали, но вообще игры были обычные, какой-нибудь ничего такого сверхъестественного мне не припомнится. Да, но мы не увидели супер специальных тактик, мы увидели очень сильных Alliance и то, что у них очень широкий hero pool, то, что они могут играть давно забытым медведем, то, что они могут отыгрывать на сайленсере, роли кэрри, то, что они могут отыгрывать как угодно, и то, что старые Alliance. Ну, они напоминают тех самых Alliance, которые были у нас год назад, например, побеждали на чем угодно, кого угодно. Ну, посмотрим сегодняшний день, покажем. Сегодня у нас только одна команда покидает турнир. Собственно, два полуфинала Винров состоятся. Финал Винров и первый раунд Circle Zero. 4 best of 3 матча. Вступает в бой Cloud9, вступает в бой Team Empire. Мы, конечно, будем... Наконец-то у нас появляется команда, за которой мы будем искренне болеть и переживать. Это имперцы, которые первый же матч сразу же против Трибун, против Альянс, Resolution, первый раз на выездном лане в Швеции против Альянс. Я не знаю, это будет просто нечто. Мне кажется, для ребят это будет серьезное испытание в плане эмоционального прессинга. Я думаю, затащен. Мне кажется, что наш вот этот пофигизм все-таки возьмет свое и... Расслабьтесь, как сейчас все будет. В любом случае, ребят, сегодня нас ждет 4 best of 3 матча. Трансляцию, как всегда, смотрите у нас. Репортаж, собственно, с турнира на сайте dota2.starlab.tv. Все боты на youtube.com/dota.tv. Там же куча других интересных видео. Смотрим сегодняшние игры до поздней ночи. Сегодня определится команда, которая займет 4 место. И еще 3 коллектива, которые выйдут завтрашний финальный день DreamLeague. Комментировать для вас игры будем сегодня мы с Каспером. Так что обязательно смотрите матч. Будет очень интересно.